Мужики, буквально 10 минут назад я узнал, что ИСУ-152 станет прем-танком и ей вернут БЛ-10. Сейчас об этом всем вам расскажу, а также как на халяву получить этот прем, узнайте тоже в этом видео. С вами Бомбилка, погнали! Хочешь получить под завязку золото или крутой премиум-танк себе на аккаунт за 149 рублей? Твоя интуиция знает, в каком из 5 контейнеров лежит самый лучший прем. Испытай себя на vodkit.ru. Ссылка в описании. Привет, танкисты, с вами Бомбилка, и сегодня у меня действительно удивительные новости для вас. Я сам узнал буквально несколько часов назад, что разработчики готовят премиумную ИСУху 152. Давайте немножко об истории этого танка и что, собственно, к такому привело наших товарищей-разработчиков. ИСУ-152 в игре у нас очень давно, еще с самого-самого дальних годов, даже старики помнят ее, и прославилась она удивительной пушкой на 8 уровне БЛ-10, которая фактически являлась орудием 10 уровня, и как ни совсем не вписывалась, вообще никак не вписывалась в концепцию 8 уровня, и вообще в концепцию всех ПТ САУ, расположенных на 8 уровне. И что же из этого получилось? Долго-долго ИСУха была таким страхом рандома, я думаю, даже вы до сих пор помните, даже играя на каком-нибудь ИС-7, на каком-нибудь Т-110Е5, тем более, если вы играете на картонных французских тяжах или СТ, вы всегда знали, что выезжать на ИСУху просто никогда не стоит, и всегда это было, если не самым опасным, то одним из опаснейших занятий. И вот на уровне с Ягой, с Бабахой на десятке ИСУха вела себя на 8 уровне. Если ты играешь на каком-нибудь ИС-3, у тебя пусть есть твой чучий нос, но никогда человек в разумном раскладе ума не станет выпирать на ИСУху. А все почему? Да потому что БЛ-10 это была легенда, но совсем недавно эту легенду разработчики решили убрать. Особого вайна в сети, особой злости это не вызвало, в принципе, все понимали, что ИСУ-152 уж слишком имбовая. Ну, ПТ-шка сама не имбовая, пушка имбовая. Но после того, как у нее забрали пушку, ей дали, в принципе, альтернативное орудие не намного хуже, но хуже, чем БЛ-10. Но теперь эта легенда ушла уже на облака, как и вместе там с Вафентрагером отдыхает. Но тут разработчики говорят нам: ребята, время ИСУ-152 спускать с облаков. И действительно, во времена войны, когда все эти ПТ-шки разрабатывались, самоходная установка ИСУ-152, а 152 это, насколько я помню, если не ошибаюсь, означает калибр, была разработана еще в одном варианте. Это было ИСУ-152-2. Это второй вариант ИСУхи. И именно на эту ПТ-шку ставилось орудие БЛ-10. Да, парни, та самая легендарная пушка, о которой все скорбят на 8 уровне и ждут ее возвращения. И тут еще более интересная информация для вас. Как вы думаете, зачем разработчики забрали пушку у ИСУхи? В принципе, многие говорили, что из-за имбовости, но я не скажу. ИСУха за имбовую пушку, как я сказал вначале, ИСУха сама не имба, имба только орудие, платит своим корпусом. Потому что, как вы знаете, если где-то вдалеке засветилась ИСУха, то пробить эту ПТ-шку не представляет вообще никаких усилий. Вот эта вся рубка, ее весь центр. Иногда еще проходят какие-то непробития, случайные попадания в маску. Но если ты чуть-чуть умеешь играть, будешь выцеливать рядом с маской вот эти все плоскости. И даже, я знаю, даже на картонной Е25, то есть картонной, но с вот этой ее пушечкой, у которой там практически нет пробития, даже какие-нибудь шестерки, даже пятерка, даже КВ-1 случалось не раньше на КВ-1 попадать против ИСУхи. Я помню, что даже на КВ-1 я мог пробивать эту ПТ-шку. Поэтому ИСУха, она крута до того момента, как ее зацветят. В принципе, мало чем отличается от борща, редко танкует. Но борщ, конечно, совсем не танкует. Но ИСУху также карает артиллерия.
также ее расстреливают, как только она засвечивается, и там она платит неповоротливостью, платит отсутствием башни, в общем, расплат у нее много. И тут действительно удивительный, немножко грустный для меня, сейчас расскажу почему, наверное, веселый для вас, может для кого-то тоже грустный, кто таким олдфагом и нелюбителем на... Нелюбителям, так сказать, когда разработчики хотят заработать кучу денег на нас, вот таких моментов, может, кто-то не любит такие моменты, тогда этим людям будет грустно. Вот такая информация, сейчас расскажу подробно. В общем, есть ИСУ-152, у которой забрали пушку, непонятно почему забрали, но все-таки забрали. Долго она была в СБЛ-10, долго игралась, никто ничего не говорил, все были довольны, всем нравилось, даже речи не шло о том, что ИСУ-ху надо нерфить, но вот недавно, совсем в прошлом году, взяли ИСУшку, все-таки понерфили, забрали у нее БЛ-10, дали альтернативу. И большой вопрос, зачем? Вот давайте на этот вопрос все-таки ответим. Зачем ИСУху взяли и понерфили? Зачем у нее забрали ее крутую пушендрию? Да все потому, что есть ИСУ-152-2, и именно там по историческим документам ставилось это БЛ-10. Что это будет за премтанк? Как его получить, я сейчас расскажу. А перед тем, как перейдем к самой интересной информации данного видео, давайте подведем итоги розыгрыша голды из нашего предыдущего видео про марафон на Супер Першинг. Если еще не смотрели видосик, там очень много халявы, переходите. Ссылка будет в конце на экране после просмотра этого видео. Обязательно взгляните. Так вот, победитель из прошлого этого видосика сейчас на ваших экранах. Вот его позитивный комментарий с игровым ником, и вот чек об оплате. Поздравляем человека, поздравляем парня с таким вот крутым достижением. Большой-большой респект ему за участие в нашем розыгрыше. А если вы тоже хотите принять участие в розыгрыше, вам нужно поставить лайк этому видео, нажать на колокольчик, оставить позитивный комментарий с игровым ником, а также подписаться на наш канал. Если в правильном порядке, то, конечно, сначала подписаться, потом нажать на колокольчик, потом уже лайк, а потом уже позитивный комментарий с игровым ником. А также новое, очень важное условие, которое сейчас тоже написано на экране. Вам нужно обязательно досмотреть это видео и вообще смотреть каждый наш ролик от начала до конца, не перематывая. Ну что ж, вот такие вот новости. А теперь давайте... вот такой вот розыгрыш, точнее, а теперь давайте перейдем к новостям все-таки. ИСУ-152-2 должна стать премиум танком. ИСУ-152, как я понимаю, выводить не будут, хотя это пока не точно. Есть вероятность, что ИСУ-ху вообще заменят. В любом случае, советую всем прокачать эту ПТ-шку на всякий случай. Даже если не заменят, все равно ПТ-шка классная и многим доставит удовольствие. Тем более, когда введут ИСУ-152-2, у меня есть вариант, что это будет танк за марафон, за какую-нибудь акцию. В любом случае, я думаю, мы парочку таких танков, пару-тройку вам раздадим, разыграем, кто-то получит. Если еще вкачаете ИСУ-ху, будет классно. Ну вообще, вот такая, что это такое? Это та же самая ИСУ-ха, только с БЛ-10. И еще и премиумная. Будет она или нет, пока 100% неизвестно, пока это только слухи, но точно я не знаю, поэтому все очень спорно и сухо может быть. Но тогда другой большой вопрос. Еще в прошлом году разрабы активно говорили, что премиум танки не должны быть круче, чем прокачиваемые, но уже в этом году это активно нарушается. Кто скажет, что Скорпион G хуже, чем все прокачиваемые ПТ-шки 8 уровня? Кто это, мать его, скажет? Кто это скажет? Скорпион G хуже. Да фиг там. Ну, в общем, в этом году это уже все начало активно нарушаться, поэтому то, что ИСУ-152-2 появится с БЛ-10, будет гнуть рандом за деньги, это никого не удивляет. Ну, вот такая вот фишка. Решили на этом разработчики немножко подзаработать. Решили еще или нет, пока неизвестно, но большая вероятность, что эта ПТ-шка все-таки в игру появится. Фотографию ее давайте вам сейчас покажу, как она выглядела исторически. Вот такая вот. Ну, это та же самая ИСУ-ха. Зачем, в принципе, даже могу и не показывать фотографии. ИСУ-152, я думаю, все видели. Вот такая вот информация для вас. На этом наш видосик подходит к логическому его окончанию. Сейчас будет финал этого эпичного боя на бачате 12Т. Не знаю, будут ли выдавать эту ИСУ-ху халявно у тех, у кого есть ИСУ-152 обычная. Маловероятно, но хотя
Черт знает этих разработчиков, может решат и пожалеть игроков, онлайн поднять в игре, чтоб все ИСУху качали. Ну, в любом случае посмотрим. Ну а на этом все, сейчас на экран еще раз выведу условия нашего розыгрыша, вот они все написаны, пока вы смотрите финалочку данного сражения, обязательно поучаствуйте и получите много-много чего интересного. Ну а теперь точно все, с вами был Бомбилка, давайте досмотрим все-таки, как наш парень едет за Лорой 155 и Якпанзером 4, потому что здесь еще все-таки бой будет несколько минут, может чуть меньше длиться. Я подобрал бой специально по длительность видео, чтобы успеть как раз все про все акции подробно вам рассказать, чтобы лишнего вот этим болтовней здесь под конец не снимал. Вон, Якпанзер 4. Выстрел, еще разочек, Якпанзер уже в ангаре, ну и остается Лора, сейчас мы тоже ее должны добирать, посмотрим, закончится ли сейчас это все чудо победой. Вон Лора 155, впереди 340 хп, сводись, чувак, давай, 9, 8, 7, свезись на Лору, добить, ну, чувак, давай, чел, сделай это, 3, 2, 1, 340 хп у Лоры, сводимся в башню, есть один выстрел, еще один, 14 хп. Победа, победа, просто нет шансов у артовода. Вот такая вот победа была на ваших экранах, наш красавчик Бачат. Итоги этого боя сейчас перед вами. Прожимайте этому видео лайк, колокольчик, подписка и условия розыгрыша вы знаете сами. Кто еще не подписан, подписываемся. На этом все, с вами был Бомбилка. Всем удачи. И вы знаете, что я сейчас скажу. Пока-пока, мужики.